Так, женская и мужская, в основном женская одежда, льняная, 100% лен. Так, Марк Спенсер, 10 размер тут указан. И, кстати, вещи новые здесь, это категория крем. Новые, либо без износа они идут. Вот видно, этикетки только не хватает в данном случае. 10 это получается где-то S, наверное, что-то среднее между S и M. Размер небольшой, поэтому получается. Так, блузка тоже вот льняная. Бренд Чироки. Размер, правда, не указан, но где-то M-ка, может, L-ка даже. Так. 10 и 38 указан размер. Состав лен. Летние брюки, которые никак не хотят красиво лечь. 14 указан размер. Тоже лен. Так, еще одни штанишки. Вторые, по-моему, но тут размер очень большой. Атмосфера 48-46, это получается 54-й, 50... 52-й, 54-й. Размер это бриджи. Тоже льняные. Состав ткани лен. 22-й размер, бренд TU, тоже вот видно, да, размер такой же большой. И тоже бриджи. Размер что-то не вижу. Это у нас, оказывается, сарафан. Сарафан. Наверное, средний размер, скажем, визуально. Но тут пояс не хватает. Посмотрим, будет ли он у нас дальше или не будет. Тоже лен. Марк Спенсер. Размер указан 14. То есть, в принципе, средний размер. Тоже лен. Вот видно по рукавам, да, износа нет. Чисто все, аккуратно. Качество очень хорошее. Далее юбка. Размер, правда, небольшой. Бренд Next. 40-й указан размер. То есть теоретически 46-й российский получается размер. Тоже лен. Так, брюки. Белые брюки, которые быстро пачкаются. Next. 12-й указан размер. Получается чуть больше среднего или средний, в принципе, размер. Так, хороший рост. Чистая, без пятен. Бренд TU 12 размера туника. Тоже средний этот размер. Пояс тут есть. У сарафана не было пояса. Лен. Так, пиджак еще один. Размер указан XL. Тоже лен. Лен, поэтому вот мнется так, они в мешке так лежат. Вот так они лежат в мешке. Поэтому придется отпаривать. 14 размер. 55% тут льна и остальное хлопок. Такие вот бриджи. Ярко-бирюзового цвета. Как раз на лето. Так, эти штанишки напоминают, конечно, старый советский матрас. Бриджи. Рубашка мужская. Размер указан XL. Так, зеленый размер, кстати, не указан, но размер примерно средний. Это у нас шорты. И еще одна юбка, по-моему, вторая юбка в этом мешке. Да, или их больше было. 38-й размер, бренд Атмосфера. 38-й, это получается где-то 44-й российский размер. Так, еще одни бриджи большого размера. Юбка. Длинная льняная юбка. Кстати, новая с этикеткой. Размер указан 18, то есть большой получается размер. Тут размер не указан, но примерно средний. Еще одна юбка. Так. 16 размер указан, написано medium. То есть указывают как средний. Так, туника еще одна.
Кстати, состав либо 100% лен, либо лен и хлопок. Преимущественно лен. 36 размер указан. Брюки летние маленького размера. Шестнадцатого размера бриджи. Бренд Перуна, размер 16. Это линейка Марк Спенсер, если не ошибаюсь. В отличном состоянии. Тут, кстати, без этих, без пятен, без дыр. Марк Спенсер, без износа. Шестнадцатый тут указан размер. Так, 14 размера блузка, бренд Next. Много, кстати, белых вещей. Лен. Марк Спенсер, размер M. Это мужская рубашка, льняная. Марк Спенсер. Размер, по-моему, L-ка. Что-то только эти в сантиметрах все указано, объем талии. Так, Марк Спенсер, большого размера блузка. Так, лен. Размер маленький здесь, небольшой. Так, и вот это последняя вещь из этого мешка. Кстати, мешок весит 10-200, они примерно по 10 килограмм. Остался сарафан напоследок, большого размера. И на этом мы завершаем наш видеообзор. Спасибо за внимание.